что добровольцы для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий заинтересованным подходить в бар. Каюшки! Доктор, значит, я посмотрел сюда и говорит, ну что, придет к тебе полечиться, трачи пойти. У свободов-то ж глаза на лоб и полезли. Ты доктор Гольд, ты мне еще скажи, принцы покурить. Нет, сейчас не поговори. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Я не могу сейчас разговаривать. Не буду я говорить. Thank you.
Сейчас не поговорим. Поговорить не получится, извини. Да. Вот ведь как грустно все выходит. Тихо! Еще немного подождем. Возможно, еще не все. Парни, не расслабляемся. Можно передохнуть маленько. Ну что, подождем еще? До гарантии. Всем спасибо, все свободны.
Thank you.
Веселее, шевелись!
А, привет! Кроме того,
Если ему, говорю, да, не пускай думает, что псих.